Автоинспекторы выясняют обстоятельства смертельного ДТП в центральном районе. Накануне на улице Воровского легковушка сбила пешехода. Погибшая переходила дорогу в неустановленном месте. Авария произошла на улице Воровского в 11 часу вечера. 20-летний водитель ВАЗа 99-й модели сбил девушку на дороге. Шофер пояснил, что просто не заметил ее. Ведь ни светофора, ни пешеходного перехода здесь нет. А водитель мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21099, двигаясь со стороны области, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном месте. 22-летняя пострадавшая была госпитализирована. Врачи несколько часов боролись за ее жизнь, но спасти не смогли. Сейчас все подробности ДТП выясняют полицейские. Известно, парень на отечественном автомобиле имеет 2-летний стаж вождения. А на этих кадрах внедорожник выехал на дорогу, не убедившись, что его пропускают. В итоге авария. А это ДТП произошло на пересечении шоссе Металлургов и улицы Дегтярева. Автоледи на Hyundai Solaris не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части. И авария в Миассе. Легковушка выехала на дорогу с парковки и не заметила машину на главной дороге. Избежать столкновения не удалось. Татьяна Морозова, 31 канал.